В Нижневартовской психоневрологической больнице открылось амбулаторное детское отделение. Раньше оно существовало на базе поликлиники и лишь сейчас стало самостоятельным. Амбулаторное отделение востребовано. Ежемесячно медицинское учреждение посещают больше 700 детей. Работу медперсонала Нижневартовской детской психиатрической службы оценили и их коллеги, преподаватели ведущих медицинских вузов УРФО. Накануне они побывали там со знакомительным визитом. Разноцветные стены в медицинских кабинетах, игрушки в холлах. Таким должно быть современное детское отделение, считают сотрудники Нижневартовской психоневрологической больницы. И их коллеги, ведущие специалисты по детской психиатрии Уральского федерального округа, побывавшие с визитом в медицинском учреждении, полностью с ними согласны. Интерьер – первое, на что обращают внимание пациенты. Здесь, замечают гости, он выше всяких похвал. Внешнее – это отделение, которое все сделано для ребенка. Чтобы ему здесь было комфортно, чтобы ему здесь было спокойно. И, конечно же, придя в такое учреждение, я думаю, что у ребенка не будет тревоги. На что еще обращает внимание, это такая многопрофильность, многофункциональность отделения, потому что оно представлено практически всеми нашими смежными специалистами. Еще одно преимущество детской психиатрической службы в Нижневартовске – удобное расположение. Сейчас она работает отдельно от взрослой. Потоки пациентов перераспределяются и не пересекаются друг с другом. Большая площадь позволила создать максимально комфортные условия для маленьких пациентов. Здесь у нас собрана команда профессионалов. Это врачи, психиатры, детские, подростковые, врач-нарколог подростковый, медицинские психологи, специалисты, логопед и дефектолог, специалист по социальной работе. Вы можете видеть, насколько оно комфортно для пребывания детей. Мы стараемся всю нашу помощь оказывать в игровой форме, чтобы ребенок не замечал, что это стены больницы. Амбулаторное детское отделение Нижневартовской психоневрологической больницы посещают не только малыши и подростки города, но и соседних населенных пунктов. Оно очень востребовано. Ежемесячно врачи принимают более 700 пациентов, причем треть из них обращаются впервые. Нижневартовская психоневрологическая больница получила очередную высокую оценку. А это значит, что медицинское учреждение развивается в правильном направлении. Жанна Кузьмина, Андрей Клиницкий, Вести Югория, Нижневартовск.